3 человека погибли, еще 80 получили тяжелые травмы. Это печальная статистика аварийной обстановки в Коми за май. Одной из причин этих 67 ДТП было грубое пренебрежение правилами дорожного движения. Впрочем, сильные дожди и мокрый асфальт внесли свои коррективы на дорогах. Аварийный обзор в репортаже Антона Булаева. 10 мая в Сосногорске внедорожник столкнулся с мотоциклом. Момент аварии попал на видеорегистратор случайного очевидца. Да ты с***! Водитель 2000 года рождения. Управляя автомашиной Kia, двигаясь на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улицы Советская и улицы Зои Космодемьянской, при движении в прямом направлении со второстепенной дороги не уступил и совершил столкновение с мотоциклом под управлением мужчины 92 года рождения, который двигался по улице Зои Космодемьянской. Травмы, полученные мотоциклистом, оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался до приезда медиков. Его 24-летнюю девушку-пассажира с сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами и травмами экстренно госпитализировали. Сам виновник не пострадал. Оказалось, водительские права он получил 2 года назад. Однако за это время его 25 раз штрафовали за грубое нарушение правил, в том числе за превышение скорости. На этот раз ему придется ответить уже по уголовной статье. Аналогичное судебное разбирательство ждет 28-летнего Усть-Целема, который 23 мая совершил столкновение в райцентре. Двигаясь по улице Советская, села Усть-Целема, напротив дома 38 по улице Советская, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие дерева. В результате ДТП пассажир, женщина 35 года рождения, скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Находилась на заднем пассажирском сиденье слева, не была пристегнута ремнем безопасности. Сам водитель получил легкие ушибы благодаря пристегнутому ремню и сработавшим подушкам безопасности. Потеря управления и последующий съезд дороги в кювет стал причиной еще одной дорожной трагедии в Сосногорском районе. ДТП случилось вечером 24 мая. Водитель 55 года рождения, управляя автомашиной «Лифан», двигался по автодороге Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Наренмар. На участке дороги ВИС «Малая Пера». На 75-м километре данной автодороги совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Силовики установили, мужчина не пристегнул себя ремнем безопасности. По факту аварии проводится проверка.